Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Сегодня у нас сверхъестественный выпуск «Коронавирусы. Последнее время». Ошеломляющий пророческий взгляд, исполненный беспрецедентной надежды, веры и силы Божьей. Никуда не уходите. Будет крайне интересно. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня с нами два пророка из разных уголков земного шара. Они получили удивительное откровение о том, что сейчас происходит. Я молюсь, чтобы эту программу увидели все жители планеты, потому что ситуация с этим коронавирусом показала, насколько люди уязвимы сегодня. Я никогда не видел такого уровня страха, как сейчас. Вначале я хочу спросить нашу гостью, Эмма, что будет делать Бог на этой программе уже сегодня? Зрители этой программы будут избавлены от страха. Это действительно важно, потому что Слово Божье говорит. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Пришло время, когда вы не будете ужасаться. Мы помолимся, чтобы вы обрели свободу, смелость, надежду и силу во имя Иисуса. Также вы поймете, почему появился вирус и как будет действовать Бог в этой ситуации. Итак, многие из вас знакомы с Трейси Куком. 15 января этого года я приглашал Трейси на нашу программу. Он говорил, когда люди еще не знали о коронавирусе, и вот как звучало его пророчество. Давайте посмотрим, что же он говорил тогда, 15 января. Напомню, это началось до этого. Бог будет работать с церковью в 2020 году. Он поколеблет почву под вашими ногами. На многое вы посмотрите иначе. Все, что можно поколебать, поколеблется в ближайшие 4 месяца и в течение года. Но я вдохновляю вас как пророк. Помните, что Бог воплотит ваше пророчество, ваше видение, ваши сны, ваши желания. Вы выйдете из сферы плоти и войдете в сферу духа. Вы перейдете из зоны поражения в зону победы. Вы увидите, как проповедует и пророчествует природа. Это значит, что погодные явления будут бить все рекорды. Вы увидите, как Бог выведет вас из зоны поражения и глубочайшей депрессии в зону победы. 20-й год — это не год совершенного видения. Годом совершенного видения был 10-й год, а 20-й — это год бокового зрения. Другими словами, в этом году Бог позволит вам четко и ясно увидеть слепые зоны, которых вы раньше не видели. Бог даст ответы на молитвы, у которых не было ответа. Он будет действовать неожиданно. Помните, все, что может поколебаться, поколеблется в течение 4 месяцев. Вы начнете видеть необычные природные явления, погоду, которая бьет все рекорды. Этим Бог напоминает, что нам нужно смотреть только на Него. Он допустит определенные события, чтобы завладеть вниманием. Хотя вы уже многое знаете, вам больше не захочется смотреть выпуски новостей. Они ничего не знают. А Бог все знает. Трейси, что открыл вам Бог? Никто, кроме самого Бога, не знает того, о чем он сейчас расскажет. Я так рад, что вы смотрите эту программу сегодня. Бог показал вам источник коронавируса, и в этом замешаны политики. Это феноменально, и никто не ожидал такого поворота событий. Пожалуйста, расскажите, что же показал вам Бог? Не так давно я вернулся из Гондураса, где мы с пастором Мальдонадо проводили крусейд. Бог показал мне сон, и в этом сне я оказался в Китае. Я осознаю, что не должен рассказывать всего, но в этом сне я оказался в лаборатории и увидел, как создается
этот самый вирус. Я увидел, как он зарождается, как его создают люди. До меня доходили лишь слухи, а вы увидели его создание лично. Я увидел создание. Помните, надвигается потрясение. В книге Аввакума, 3 главе 6 стихе, сказано об этих потрясениях. Враг использует их как предлог, чтобы выпустить на землю дух страха и мучений. Бог поднимает пророческие голоса, чтобы дать нам стратегию и план того, как быть на шаг впереди врага. У Амоса сказано: «Ибо Господь, Бог, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Бог бы был несправедлив, если бы ничего не открывал пророкам. Он бы нарушил свой завет как с еврейским народом, так и с неевреями, если бы не показал, что происходит сегодня в мире. Так вот, Бог перенес меня в Китай, в лабораторию, где трудились ученые. Я увидел, как за закрытыми дверями Нэнси Пелоси из партии демократов заявляет: «Мы не смогли отстранить Трампа». Я говорил об этом, когда был здесь у вас в январе, вы помните. Но не все тогда это услышали. Не все это услышали. Бог показал мне сон, в котором президента пытались отстранить от власти, но эта идея провалилась. Тогда им понадобился некий рычаг. В этом сне Бог показывал мне тайны примерно так же, как показывал их Даниилу. Он показал мне стадии того, что происходит в мире. Пока я был в Гондурасе, я увидел сон, в котором я оказался в лаборатории, где ученые создавали этот вирус. Я увидел, как вирус проникает сквозь одежду, как некая машина стреляет в воздух, и увидел шприцы с вакциной. Я не говорю, что вам не нужна вакцина, но в ближайшее время появится противоядие. Его еще не представили. Этот период потрясения и всеобщего заражения страхом нужен, чтобы привести в порядок церкви нашей страны. Очень осторожно добавлю. Бог устал от того, что делает Китай по отношению к Божьему народу. Он пытается препятствовать церкви и Божьему народу двигаться вперед. Бог устал от этого. Там преследуют христиан. Да, там преследуют христиан. Сжигают мега-церкви, мучают святых. Бог проговорил ко мне в этом сне в Гондурасе и сказал: «Достаточно». Когда Бог говорит «достаточно», Он показывает пророкам дальнейшие события. 15 января, это скорее вторая часть, первая часть сна была в конце декабря 2019 года. Вторая, 15 января, Бог сказал, как важно смотреть на Него в течение этого времени. Примерно 15 апреля народ Израиля будет праздновать Песах. Так вот, я увидел этот вирус. Затем мне приснилась вторая часть этого сна. А что произойдет в Песах? Мы увидим, как этот вирус отступит? Да, отступит. Хорошо, мы увидим это. Во второй части сна солнце садилось. Вчера я прочел статью. Ученые доказали, что свет и тепло солнца разрушают вирусы. У Бога есть план по разрушению духа страха в мире, чтобы мы не оказались в ловушке еще большей опасности, чем та, которая пришла к нам сегодня. Вы считаете, что с политической точки зрения американцы замешаны в этом наряду с китайцами? Какова вообще цель Китая во всем этом? Цель Китая — повлиять на выборы нашего президента. Правда? Все давно готово. Но в моем сне шли новые выборы. Они хотели, чтобы он проиграл. Да, все верно. Наверняка. А партия демократов? Впрочем, мы граждане царства. Дело не в партиях. Дело не в республиканцах или демократах, а в задаче Бога. Но в своем сне я услышал, как Нэнси Пелоси из партии демократов сказала: «Наконец-то у нас есть рычаг влияния, потому что за Трампа пока не агитируют». Так что пророки знают обо всем заранее. Нынешние события не были заготовлены для 28-го года. Бог уже показал мне ближайшее десятилетие. После длительного поста я услышал, как Господь проговорил ко мне: «Ответственность пророков и ходатаев — вернуть все в нормальное русло». В череде этих событий в этот период нам нужно помешать планам и замыслам врага, независимо от того, кто вам не нравится. Трамп, Барак Обама или Джордж Буш — это не важно. Для церкви важно стоять на передовой, стоять вместе с Израилем, стоять в завете с Богом, который он заключил с Авраамом, назвав его своим другом. Нужно призывать кровь Христа на наши дома, на наших детей.
Бог сказал мне не терять надежды среди хаоса. Он показал мне то, что может привести к одному из худших десятилетий в истории. Но среди этой проблемы восторжествует крест. Это значит, что все уже сделано. Все, что нужно сделать нам, как пророкам, услышать предупреждение, выдвинуть стратегию, показать людям, какие шаги им предпринять, при этом не пугаться и не ужасаться того, что надвигается. Нам нужно быть спокойными. Скажите сразу, а в конечном итоге этот вирус вообще ослабнет? Да, это не самое худшее во время Пасхи. Верно, это не самое худшее. Он сбавит обороты 15 апреля во время Пасхи. Только ум Христов мог дать такое решение. Только сам Бог мог чудесным образом дать людям инструмент. Я веду отчет с того момента, как я был здесь в январе. И дело не во мне, дело в Боге. 15 января, 15 апреля, праздник Пасхи. Что помогло противостоять чуме, когда та пришла в Египет? Кровь, Пасха, только Бог может быть таким чудесным. Я согласен. Эмма, а вы рассказали, что увидели самое потрясающее видение. Вы увидели Бога на его троне, а затем, как он сошел с этого трона. Объясните. Да, сейчас объясню. В это время международного глобального кризиса, подобно которому мы никогда не видели, нужно начинать с Писания. Нам нужно понять, каков образ действия Бога, как Он действует в подобных ситуациях. Я начну со второй главы книги пророка Агея. Мы увидим в контексте Библии, как действует Бог. Я прочту вам из Агея, 2 глава, 6-8 стихи. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Вы видите библейский порядок событий. Бог говорит, «Я несу потрясение. Я несу потрясение не ради осуждения. Я несу потрясение не потому, что не люблю людей. Я несу потрясение не потому, что я не добр. Совсем наоборот. Я несу потрясение, потому что я очень люблю землю. Я хочу, чтобы люди выбрали меня». Теперь, прочитав это место Писания, я расскажу о своем видении. Я увидела Бога, опустившегося на колени. Мне было грустно на это смотреть, потому что нам хочется видеть Бога, торжественно восседающего на троне. Теперь же он был похож на женщину, переносящую схватки, которую описывал Исаия. На лице Бога отражалась такая же мучительная боль. Я тоже опустилась на четвереньки рядом с Богом в тронном зале, потому что хочу делать все то же, что и он. И я спросила: «Господи, о чем ты молишься? О чем ты молишься? Почему ты так стоишь?» Он ответил: «Молись со мной, молись о народах, потому что я хочу, чтобы люди выбрали меня. Я так люблю людей, что хочу, чтобы они выбрали меня. И я несу потрясение, чтобы они выбрали меня». Вы говорите, что потрясения, о которых сказано в пророчествах, происходят именно сейчас, и за ними последует слава. Это так? Да, и суть вот в чем. Пробуждения не будет, если не будет трудностей. Без потрясений не будет сильных проповедей. Наша задача не спрятаться. Это время созревания урожая. Так говорит слово Господа, церковь. Жатва поспела. Что происходило в Египте во время чумы на глазах у фараона и Моисея? Потрясение было настолько великим, что все лжебоги египтян были сокрушены и сброшены с их тронов. Люди осознали, что лжебоги ничего не могут. Опять же, исследуя Писание, мы видим, египтяне осознали, что Бог Израиля, Яхве, это истинный Бог. Мы знаем это, потому что они отдали все свои богатства израильтянам, когда те уходили. В таком контексте Писания мы понимаем,
что сейчас Бог свергает лжебогов с их тронов. Он говорит: «Жаль, что вы не нашли меня в благословениях. Жаль, что вы не нашли меня в спокойное время. Вы этого не сделали. Поэтому я поколеблю ваших богов, и они будут посрамлены, чтобы вы поняли, что я единственный истинный Бог». Это предисловие к урожаю из миллиардов душ. В начале этого года Господь показал мне движение Земли. Будет казаться, что тектонические плиты двигаются прямо под ногами. Господь говорит: «Вы вступаете в самый беспокойный период за всю историю Земли». Бог назвал этот период беспокойным пробуждением. Он назвал время, в которое мы вступаем, беспокойным пробуждением. Не нужно молиться: «Бог, спаси меня, избавь меня, Господь». Молиться нужно так: «Бог, поколебли меня, если ты колеблешь других людей, чтобы все лжебоги во мне тоже были свергнуты и посрамлены во имя Иисуса. Исследуй меня, Господь, и испытай, и выяви истину». Вы называете это Божьим процессом очищения. То, что задумано дьяволом во зло, позволит нам стать настоящими сосудами славы Божией. Если у нас сильное слово от Бога для народа Израиля, я верю, что слово есть всегда, в каждом сезоне. Как вы знаете, нас можно смотреть в каждом доме в Израиле. Мы вещаем не только по всему миру, но и на территории Святой Земли у нас есть множество представительств. Я бы побудил Израиль вспомнить, что вы в Завете. Вы — народ Завета. В моих снах Бог наведет порядок в правительстве. Что касается премьер-министра, то на нем рука Божья. Поэтому приготовьтесь увидеть поворот на 180 градусов. Во сне я его увидел. Когда враг пытался устроить в Израиле переворот, на этом народе была рука Божья. Какие-то вещи из своего сна я рассказать просто не могу. Могу только... Вы сказали, что Бог что-то изменит в правительстве. Возможно, Нетаньяху победит? Мы увидим чудесное вмешательство Бога. Хорошо, не буду делать на этом ударение. Самое главное, и это не мандат. Помните, как праздновали Песах? Если у вас была кровь, то что бы ни происходило, ваш дом и ваша семья была в безопасности. Есть люди, которые смотрят нас, но не знают Бога. Возможно, вы любите Бога, но вы не переживали Его лично. Знаете, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. На иврите его имя Иешуа, а на русском языке это Иисус. Я хочу, чтобы вы произнесли эту молитву. Вы уже пытались жить без Него, так что не теряйте шанса. Вы увидите, как перемены произойдут в вашей жизни. Кто такой Бог? Он творит перемены. Бог — это подлинный шалом. Бог — это истинный шалом. У Него есть имя — Бог Авраама, Ицхака, Иакова. Бог Авраама, Ицхака, Иакова. Повторите за мной эту молитву, веря в это всем своим сердцем. Где бы вы ни были, просто произнесите эту молитву. Она станет началом самой прекрасной поры вашей жизни. Уверяю вас, падет 1000 справа от вас и 10 000 слева, но к вам не приблизится. Повторяйте за мною вслух: «Дорогой Бог, я согрешил против Тебя. Я согрешил против Тебя одного. Я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омыла мои грехи, и Ты их больше не вспомнишь. Теперь, когда я чист, я хочу знать Тебя. Хочу слышать Твой голос. Я прошу Тебя, Иисус, приди и живи во мне. Будь моим Господом,
Позволь мне пережить Твою любовь. Аминь. В Библии, в Священном Писании, есть псалом, о котором мне известен такой факт. Если военнослужащим предстоит бой, и они каждый день молятся по этому псалму, они остаются в живых, тогда как остальной отряд, упаси Господи, может погибнуть, и это порою происходит. Я взял текст этого псалма из нашей Библии, издательства «Это сверхъестественно», и хочу прочитать его вам сейчас от первого лица. Конечно, все вы знаете, это 90-й псалом. «Я живу под кровом Всевышнего, я покоюсь под сенью Всемогущего. Я говорю Господу, только Ты — мое прибежище, только Ты — моя защита, только Ты — мой Бог, на Которого я уповаю. Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Мой щит и мое ограждение — это Твоя истина. Я не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Я знаю, даже если падет возле меня 1000 и 10 000 вокруг меня, это зло ко мне не приблизится никогда. Я сказал: Господь — мое упование. Я избрал Всевышнего своим прибежищем. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к моему жилищу, потому что Он заповедует Своим ангелам охранять меня на всех моих путях. Господь говорит: «Я избавлю тех, кто возлюбил меня. Я защищу тех, кто познал мое имя. Когда они воззовут ко мне, я услышу их, с ними я в скорби. Я избавлю их и прославлю их, насыщу их долготою дней, и явлю им моего Иешуа, мое спасение, моего Мессию». Я скажу вам так, вам нужно читать этот псалом вслух каждый день. Если вы хотите сохранить себе текст этого псалма, изложенный от первого лица, не забудьте зайти на наш веб-сайт и нажать кнопку «Скачать». Это совершенно бесплатно. В такое время, как сейчас, я бы рекомендовал принимать это лекарство 2 раза в день. Если необходимо, то 3 раза в день. Слово Божие — это наше лекарство. И вам решать, когда именно принимать его. Бог показал вам что-то, касающееся исцеления или пророчества для наших зрителей. Пожалуйста, озвучьте это немедленно. Отец, во имя Иисуса, я обращаюсь через камеры. Диана, вы получаете чудо исцеления в нижней части спины. В номере вашего дома есть цифры 1, 2 и 7. Бог коснется вашего позвоночника. Сейчас эту программу смотрит человек по имени Дэвид Стюарт. Бог даст вам чудо. Ангел Божий сидит рядом с вами и вашей семьей. Приготовьтесь к радикальному прорыву. Даже членам вашей семьи в Нью-Йорке Бог даст прорыв и чудо. Я передаю через камеры силу Божию. Как пророк, я призываю кровь Иисуса на каждого мужчину, каждую женщину, мальчика и девочку, на каждого человека, который смотрит и слушает эту программу. Мы не только разрушаем планы и замыслы сатаны, мы свергаем все твердыни. Мы пророчески заявляем с Божьей уверенностью, что Бог пошлет ангелов, которые принесут вам освобождение. Ни одно орудие
сделанное против вас, не будет успешно. А вы подниметесь, потому что привиты к народу Божию. Вы тоже состоите в завете с Богом. Бог с триумфом выведет вас из укрытия. Он поставит ваши ноги на твердом основании. Вы будете знать, что есть надежда, вера и упование. Вы одержите победу. Поэтому не бойтесь и не сдавайтесь. Есть хорошая новость. Что означает Евангелие? Это хорошая новость. Бог знал все заранее. Ничто не застигнет его врасплох, ничто не ускользнет от внимания всемогущего Бога. Он поместил пророков на землю, чтобы говорить к нам напрямую, чтобы мы знали, какие сделать шаги, какие действия предпринять для победы. Разрушьте дух страха. Молитесь по 90-му псалму. Следуйте этим инструкциям и двигайтесь к победе. Идите к своей судьбе. Скажу вам вот что. Те из вас, кто опустил голову и думает, это конец? Миру конец? Нет. Это дни величайшей славы. Какой мир еще и не видел. Это дни, когда вы будете головой, а не хвостом. Это дни, когда в вашем лексиконе не будет даже слова «страх». Но кроме здорового страха, уважения и почтения к нашему всемогущему Богу. Смотрите в следующем выпуске. В эти дни пандемии вируса и мирового финансового коллапса свирепствует страх. Когда-то наш гость продал душу дьяволу и стал его священником высокого ранга. Он говорит, что страх — это главное оружие в арсенале дьявола. А вы готовы разрушить страх и жить в полной свободе? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.